Всем привет! Наконец-то хорошая погода здесь. Ну, я вчера приехал, был дождь. Сегодня с утра еще чуть-чуть был он, но уже закончился. А потом вышло солнце. Но уже ближе к вечеру дело. И мы с вами в Луанко. Луанко – это пригород Хихона, в 16 километрах от него находящийся. Он небольшой совсем, что-то около 10 тысяч. Может, даже там идет как численность города и примыкающих деревень, райончика, то есть это 10, это в совокупности совсем. Поэтому, ну, осталось чуть время, думаю, проехать, посмотреть. В общем-то, уже дело к вечеру, можно посмотреть и на закат. Вот сниму вам вначале немножко из городка. Такие вот здания есть. Туда ведут. Сейчас пройдем чуть и посмотрим на океан, на Кантабрийское море. Такие вот домики. Вот. И выход. Ну, он прибрежный городок такой. Примерно, наверное, ну, в 20 минутах от автостанции, если ехать. То есть недолго. Это на автобусе. Летом, говорят, много людей здесь. Сезон, естественно. Вот. Сейчас посмотрим ту скульптурную композицию. Вот есть спуск. Спрашивали, где скалы есть, море. Вот. Оно здесь есть. Смотрите, вот такая вот огромная экспозиция к Рождеству. Просто, просто очень и очень большая. Ну и такой вот квартальчик. Небольшой. Ну, отели, да, здесь. Я смотрю, вот это в основном все. Вот такие. Курортная часть с отелями. Вот видите. Да. По чуть уже солнце опускается, скоро будет темно, ну тогда уже буду с вами прощаться. Но немножко, я думаю, вам показал такого курортного североиспанского городка зимой. Вот, не холодно. Ну и вот такой.
такой собор. Да, вот под такими сводами. Старинными идем. Крики чаек. И волны бьются. А скалы. А там тоже есть. С другой стороны идет уже пляж и городок. Более новая его часть. Да, уже так-то видно, но на камере. О, вот так тоже уже лучше видно, но. Тем не менее, ну и вот пляж. Пляж. Зимний пляж. Городок. Такое умиротворяющее настроение создает. Вот уже светится все, уже надо идти, наверное, на выезд. Ну, здесь есть точно так же магазины, то есть, естественно, все это столица своего района. Вот, соответственно, есть школы, то есть аютаменты, все это дело в таких городках в Испании присутствует, ну, которые хотя бы примерно такой численности. Вот, так что такой вот дядька с непристойностями нарисованный. Ну, пальмы вон растут. Так что буду приближаться к вокзалу. И вот такая площадь. Елку, правда, так называемую еще не зажгли. Но елки здесь видно в Испании везде такие. Вот, но уже темно. Пора мне торопиться на автобус, чтобы не ждать. Поэтому желаю вам всего хорошего. Удачного дня и до новых встреч. Пока.